Для каждого серба русские люди – это братья. Наши духовные дружеские связи настолько крепки, что их нельзя разорвать. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Сербии, министр внутренних дел Сербии. Ивица Дачич накануне встретился с предстоятелем русской церкви. По его мнению, в мире, в котором царит несправедливость, в котором действует не сила аргументов, а аргументы силы, поддержка России является для нас единственным голосом надежды. Общаясь с министром, патриарх Кирилл, в частности, выразил обеспокоенность в связи с положением сербов в Косово. Это тема, которая постоянно присутствует в наших мыслях, в наших молитвах. И разную получаем информацию. И вот, пользуясь случаем, хотел бы ваше компетентное мнение услышать относительно того, что сейчас происходит. Получаем много писем из Косово от наших сербских братьев. У нас так много общего у нас в нашей истории, в настоящем, что боль сербского народа мы воспринимаем как свою собственную боль. Приняли такую программу сбора средств для того, чтобы поддержать Призренскую духовную семинарию и осуществить программу народных кухон в Косово. Сейчас эта программа осуществляется, и с Божьей помощью, я думаю, мы завершим ее.